Добрый день. Здравствуйте. Что у нас происходит? Мы потеряли тюленя. Вот, проверка прокуратуры совместно с Росприроднадзором. Куда уехал тюлень? Тюленя, к счастью, нашли. Вот, нашли, да? Подки по Осиповке. Он на видео даже имеет представитель Росприроднадзора. Но нужно прописать все, заактировать. А самое главное, проверить документы. Правильно ли он уехал? Не нужна ли была лицензия на перевозку? Будем выяснять. Вот, ну, в общем, работаем. А кто это? Будьте в курсе. Угу. Так, ну что, здесь все, да? Что, здесь все или да, вот? То есть, вот такая, друзья, проверка. Тюлень уехал. Мы с вами все следили за его перемещением. Тюлень уехал недели две назад. Он живет спокойно. У нас было видео. Мы даже его, вот как совпадение, сегодня собирались поехать в Архипа-Осиповку повидать и вам видео прислать. Но пришла проверка, и вы видите, пришли убедиться, что бассейн пуст. Не нужна ли была какая-то помощь в транспортировке? Как-то так. Большая комиссия в погонах. Все ищут, друзья, все копают. Жил тюлень прекрасно, плохо было. Лучше, когда эта яма зияет. Уехал тюлень в морскую воду. Опять не так, опять бегом. Будем смотреть, чем закончится сегодня проверка. Да, да, ты тоже негодуешь, чтобы сначала... Да, 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 скажи, друга твоего. Ой, ты мой кость, да? Друга, сначала скажу, увезли, а теперь проверку устраивают. Ну, что-то покушать мы не взяли. Он сытый, он абсолютно не смотрится на голодного. Он просто хочет вашего внимания, аплодисментов, да, и всего остального. А что, если похлопаем, поймешь? Вдруг, ты он понимает, он в цирке был, жил, да, пока его не принесли, поэтому он устраивает представление. Нет, он не старенький, просто не смогли, по-моему, его там уже содержать. А, улыбайся, дед. Так, и с вами поделится. Что-то там у него есть. Где, куда? Как-то так.